Altitude 1600. 1400 feet, still looking very good. Bravo 1. 100 feet, down at 19. Altitude, velocity, light. Go. Алина Голикова. Глазами наблюдателя. Часть первая. Весь день шел дождь. Тяжелые звонкие капли омывали городские улицы, залитые черным блестящим асфальтом. Налетавший порывами ветер швырял их пригоршнями в окно. Я не выдержал и сдвинул раму, нарушив технические требования к эксплуатации помещения. Мое второе, сервисное, я возопил о недопустимости подобного поведения, но я велел ему заткнуться. Отдаленные гудки машин, запах бензина, воздух с улицы дышит сыростью, веселые молодые голоса. Другая жизнь. Жизнь, в которой я всегда буду только наблюдателем. Но и у сервис-операторов есть свои маленькие радости. Бронзовые стрелки огромных старинных часов на стене неторопливы. Я слежу за их неспешным бегом с нетерпением. Пусть даже это нетерпение лишь след подлинных человеческих чувств, память о них. Эмоции — мои редкие гости. И каждую я записываю на свои бесконечно объемные носители памяти и храню бережно, как драгоценные экспонаты диковинной коллекции. Ровно в 9 я прикладываю руку к сенсору электронного замка и запираю магазин. Иду по улице к башне общежития, заставляя себя не спешить. Хочется, как в детстве, сорваться, побежать, ощущая порывы ветра, капли дождя. Но я знаю, что ничего не почувствую. Кинестетический модуль — слишком дорогая опция. Ступеньки. Мои механические ноги не знают усталости. Я мог бы подниматься вверх час, два, сутки. Втягиваю воздух. На лестнице общежития пахнет едой, отходами и дешевым дезинфицирующим средством. Ускоряю шаги. Вот и последний этаж. Почти бегом добираюсь до двери, распахиваю ее, ступаю на мокрую, покрытую фотоэлектрическим материалом крышу. Ветер с силой толкается в грудь. С наслаждением токсикомана, дорвавшегося до вожделенной дозы, делаю первый вдох. Сквозь запахи машин, газа, бензина, воды прорывается аромат хвои и еще что-то нежное, неуловимое. Так пахнет весна в городе. Дождь по-прежнему падает крупными частыми каплями. Асфальт внизу блестит в рассеянном свете фонарей. Вдалеке разноцветная цепочка огней вдоль скоростного шоссе, проносятся машины. Здесь почти идиллия. Тишина. В такие минуты мое второе, сервисное «я» отступает в сторону, и я чувствую себя почти живым. Запахи и звуки тревожат, пробуждают воспоминания в моем биоэлектронном мозгу. Сами по себе, безо всяких обращений к базам данных, в памяти всплывают лица и голоса тех, кто давно умер. Случайные обрывки эмоций, которые когда-то принадлежали моей человеческой половине. Обонятельный модуль я поставил себе всего 2 года назад. Очередная обреченная на провал попытка войти второй раз в ту же реку, преодолеть непостижимую разницу между почти живой и живой. Дождь кончился через час, когда ночь безраздельно захватила власть в городе. Сквозь расползшиеся тучи выглянула толстая, чуть надкушенная с левого бока луна, и поверхность крыши засияла в ее неверных лучах, как огромное серебряное озеро. Преломляясь в каплях воды на светоотражающей поверхности, лунный свет растекается по покрытию, и страшно ступить, разбить ногой серебряную поверхность, боязно разрушить струящийся морок.
Я, подчиняясь древней магии Луны, замираю, как умеют замирать только механизмы. Мой дешевый синтетический костюм насквозь промок и отяжелел, но это не важно. Потом, когда я смогу установить кинестетический модуль, придется думать о таких вещах. Сейчас важно другое. Ночь. Город. Весна. В памяти всплывает другой день и вечер. Тогда тоже шел дождь. 5 лет — это много для людей. Я не знаю, где сейчас Ольга. Судьбу Антона проследить было легче, о нем много писали. Сейчас перестали. Люди быстро забывают прошлых кумиров, только машины все помнят, беспристрастные и равнодушные. Но машины не умеют различать важное и неважное, сопоставлять события и делать выводы. Это умеет моя человеческая половина. Повинуясь безотчетному желанию, я восстанавливаю из архива запись. В тот день тоже шел дождь. Она вошла, спустилась по крутым ступенькам. Звякнул колокольчик на двери, и вот она уже внутри. Радостно хохочет, стряхивает капли с большого желтого зонта и красного плаща. Темные кудри все в мелких брызгах. Прекрасные влажные темные глаза, белая кожа, россыпь веснушек на носу. Моя человеческая половина знает, что она красива. Но придавленные сервисным «я» чувства дремлют. Еще один посетитель. Я приветствую ее вежливо и бесстрастно. Она оглядывает меня быстрым, внимательным взглядом, морщит изящный носик. «О, нет, только не бот». «Я не бот», — отвечаю я равнодушно. «Сервис-оператор Николай ВЛК к вашим услугам. Вы ищете что-то конкретное?» «Еще хуже. Полубот». Я с тайным удовлетворением замечаю, что ее слова звучат обидно. На всякий случай еще раз проверяю, ведется ли регистрация. Ведется. Позже я обработаю запись, сделаю трек и смогу проигрывать его всякий раз, как мне захочется вспомнить, что такое обида на слова молодой красивой девушки. «Ну что полубот может понимать в антиквариате?» — искренне возмущается она. Брови сердито хмурятся, губы складываются в обиженную улыбку, она топает ножкой, обутой в изящную туфельку, взмахивает сложенным зонтиком. В ее голосе и мимике столько жизни, она вся так искренне, так полно отдается каждому мимолетному мгновению, что я невольно поддаюсь этой магии и готов разделить с ней возмущение. «Это не антикварная лавка», — говорю я, и жалею, что до сих пор не установил вокально-эмоциональный модуль. «Здесь просто продаются старые вещи. Я держу магазин уже 23 года, и до сих пор никто из клиентов не предъявлял претензий к моей квалификации. И, пожалуйста, обращайтесь ко мне, Николай, можно просто Ник». Полубот звучит оскорбительно. Ее глаза расширяются. На лице потешное удивление человека, с которым заговорил тостер. «Я слишком похож на машину внешне. Ей трудно принять мысль, что я не только машина, но еще и человек. До меня она никогда не сталкивалась с сервис-операторами». «Простите, ради бога!» Девушка энергично всплескивает руками, обдавая меня веером мелких брызг, на лице сожаление и даже сострадание. «Я ничего такого не имела в виду. Ну что я за козявка, правда?» Теперь в ее голосе слышно легкое кокетство. Мне нравится смотреть на нее. Живую, порывистую, полную яростной энергии. Она хватает меня за руку, выполненную из металлопласта, энергично трясет ее. «Вы теперь навеки для меня Николай, а я Ольга. Мир!» «Конечно», — говорю я и снова жалею об отсутствии эмоций в своем механическом голосе. «Надо снять денег со счета и установить простейший вокально-эмоциональный модуль в следующем месяце. Обоняние подождет». «Рассказывайте, чего тут у вас?» — требует она, жадно оглядывая покрытые старым хламом полки. «В основном старое железо. Платы расширения, дополнительные модули, чипы, кибернетические домашние животные прошлых поколений, прошивки к ним, программное обеспечение, заученно перечисляю я. Также инструменты для работы, техническая литература». Ольга проходит вглубь магазина, озирается, снова недовольно морщит носик. «Понимаю ее разочарование. Мой товар выглядит непрезентабельно.
серый, покрытый пылью железный лом. И что? Кто-то это покупает? Разумеется. Господи, да кому нужен весь этот хлам? И так никуда не деться от железяк. Я внутренне улыбаюсь ее наивному негодованию. Ответить не успеваю. Еще как нужен! Жизненно, можно сказать, необходим! Антон выныривает из подсобки, где я храню нерабочий неликвид, нагруженный диковинного вида устройствами. На лице его играет широченная улыбка, пшеничные волосы взлохмачены, он большой, шумный, с крупными руками и толстыми губами. Некрасивый, но обаятельный настолько, что на неправильные черты лица не обращаешь внимания. Крупный, мускулистый, совсем не похож на художника, скорее уж на грузчика. Рубашка не скрывает прекрасной мускулатуры. Ольга смотрит на него, и в глазах ее зажигаются огоньки. «Ник, приятель, я беру все это! Еще вон ту кошку!» Он тыкает пальцем в серебристо-синего кибера на полке, сделанного из такого же металлопласта, как и мои конечности. 10 лет назад такие животные были настоящим хитом. Сейчас в моде все естественное, и кибернетических животных покрывают мехом. «Зачем вам это?» – требовательно спрашивает Ольга у Антона. «Для аудиовизуальной инсталляции. Я художник!» Он оглядывает вынесенный им из подсобки металлический лом. Из кучи торчат провода, микросхемы, конденсаторы, какие-то колесики. «Когда б вы знали, из какого ссора?» – задумчиво произносит Ольга. «Поверить не могу». И тут же почти без перехода атакует. «Вы сейчас заняты?» «Нет». На лице Антона появляется довольная улыбка. Его любят женщины. Он молод, известен и уверен в себе. Антон не требователен к случайным подругам, берет количеством. Слава Дон Жуана льстит ему. Мне становится жаль Ольгу, но я не лезу в дела людей. «Тогда пойдемте». Ее голос полон предвкушения. Она тоже не привыкла к отказам. «Ник, дружище, придержи это все для меня, ладно? Забегу завтра, заберу». Я киваю. «Конечно, дружище. Удачи тебе». Удача тоже женщина, она любит молодых и наглых. Я стою у окна и слежу, как они уходят вниз по улице. Ярко-желтый зонт и красный плащ Ольги еще долго светятся сквозь пелену дождя. Антон заваливается ко мне в магазин на следующее утро. Вид у него смущенный и одновременно мечтательный. «Ник, ты представляешь, что учудила эта нахалка?» «Нет». Я протягиваю руку в жесте вежливой заинтересованности и замираю. Лицевая мимика мне так же недоступна, как и вокально-эмоциональный модуль, поэтому я стараюсь изображать эмоции жестами. «Она затащила меня в класс скульптуры и заставила позировать! Перед всем классом! Видишь ли, ей моя мускулатура приглянулась!» Его улыбка становится самодовольной и одновременно растерянной. «Я ведь как все провернула, чертовка! Я же не откажу собрать им по ремеслу, бла-бла-бла, а ты часа без движения в позе Атланта!» «Она тоже преподает в академии?» «Преподает? Черт из два, пока еще учится. 4-й курс». Антон мечтательно закатывает глаза. «Вот наглячка, а!» «Ну, хороша!» Он не рассказывает, было ли что-нибудь после занятий скульптурой, а я не спрашиваю. Я хорошо отношусь к Антону, но почему-то приятно думать, что вчера Ольга просто польстилась на возможность заполучить эффектную модель. «А самое главное, выцепила обещание, что сегодня я снова приду позировать!» Антон озадаченно чешет в затылке. Он сам не понимает, что на него нашло. Но ему хочется пойти сегодня снова в класс, чтобы увидеть взбитую шапку черных кудрей, сосредоточенно сдвинутые брови, изящно вздернутый носик, услышать звонкий голос. «Ладно, ты все упаковал, а то я побежал!» Я выдаю ему 3 пакета с запчастями и завернутую в бумагу металлопластовую кошку. Называю сумму. Мне чуть грустно, что я больше не увижу Ольгу. Она работает с теплой глиной или мрамором, или псевдокамнем. Железки ее не интересуют. Жаль. Но я привык к тому, что в этом мире все время что-то теряешь. Я ошибся. Она зашла снова через неделю. Потопталась нерешительно на пороге, потом тряхнула головой, почти подбежала к моему прилавку с чипридером. «Николай,
Ник, ты сейчас не занят? Я качаю головой. Не занят. В моем магазине очереди бывают редко. Сегодня на ней изумрудно-зеленые пончо, и темные глаза тоже отливают зеленью. Кудри собраны в два легкомысленных хвостика. Она кажется совсем девчонкой. Юной и неопытной. Слушай. Она делает еще шаг и останавливается около пульта контроля доступа. Замирает, пытаясь подобрать слова. Ее сильные пальцы словно живут своей жизнью. Перебирают, ощупывают, поглаживают контуры приборной панели, раз за разом проходя один и тот же путь. Легко представить, как она также поглаживает и мнет лицо глиняного атланта, придавая чертам скульптуры неуловимое сходство с Антоном. Я хотела спросить... Ольга снова замолкает. Она не умеет хитрить и незаметно выспрашивать. Глупенькая. Она еще не знает, что со мной этого и не нужно. Такой растерянной Ольга нравится мне даже больше, чем самоуверенной. По поводу Антона. Не спрашиваю, а утверждаю я. Она кивает и прижимает ладони к щекам. Какой он? Что ты про него знаешь? Что я знаю о твоем мальчике? Все. Ничего. Что вообще сервис-оператор может знать о людях? В ячейках моей памяти хранятся сотни записей. Я помню, как 9 лет назад Антон Вайнер, тогда еще совсем мальчишка, пришел поступать в академию. Робкий и слегка напыщенный одновременно, уверенный, что искусство закончилось еще в 20 веке, осталось одно ремесло, и только он знает, как влить молодое вино в старые мехи. Я помню, как он учился, забегал ко мне после лекции, часами рылся в железках, покупал инструменты, учебники на остатки стипендии. Ты это хочешь услышать? Или тебе рассказать, как к нему постепенно пришла слава? Как переживал он творческие неудачи, как сидел месяцами за паяльником, как смешивал в сенситивном калейдоскопе ощущения, подбирая ту самую, единственно верную комбинацию, как выигрывал грант за грантом. Или ты хочешь услышать о его девушке? Маленькой блондинке с ямочкой на подбородке, в большой не по размеру кожаной куртке и рваных джинсах. Той, с которой он встречался весь первый курс, и которая, когда они расстались, приняла упаковку Фоама и нырнула в бездонную ночь с 84-го этажа. Говорят, ее останки пришлось смывать с асфальторастворителем. Ты хочешь услышать, как терзался и давился он виной и обидой? Как выплескивал это в свои работы? Не думаю. И уж точно ты не захочешь слышать о Тадеуше Новаке. Что тебе до распри людей искусства, до тяжелого темного соперничества, бешеного противостояния? Ты еще делаешь первые шаги на этом пути. Дай бог, у тебя будет свой Тадеуш, и ты будешь творить лихорадочно, яростно, отдавая глине и камню свои неудовлетворенные амбиции, свою ненависть и зависть чужому таланту. И критики будут хвалить тебя, захлебываясь восторгом, не зная, какую цену ты платишь. «Я мало знаю», — отвечаю я, тщательно подбирая слова. «Ну вы же друзья!» В ее глазах читается безмолвный укор. Пальцы закончили изучать приборную панель и перешли к системной плате. Друзья. Как много в этом звуке. Могут ли быть друзья у сервис-оператора? Нужны ли они ему? Мое бесстрастное естество не нуждается в компании. Во мне слишком мало эмоций, чтобы была потребность с кем-то их разделить. Но все же она в чем-то права. Мне нравится Антон. Он всегда общается со мной так, как будто моей механической половины не существует. Он любит говорить, я люблю молчать и слушать. Если мы друзья, то долг дружбы требует от моей человеческой половины промолчать. Того же требует прошивка сервисного «я». Редкий момент, когда я полностью солидарен с собою. Я не лучший источник сплетен. С сожалением развожу руками и в очередной раз вспоминаю о невозможности выразить голосом сочувствие.
Тебе лучше обратиться к кому-нибудь из его студентов. Свет в ее глазах тухнет. Она вне себя от разочарования. Мне так жаль этого огня, что я делаю то, чего обычно не позволяю себе. Я сейф для секретов. Дальше меня не уйдет ни один байт. Если захочешь выговориться, приходи. Это приглашение в моих интересах. Ольга вся искрится эмоциями. Ее душа и ее пальцы вечно в пути, ищут чего-то нового, еще неизведанного. Мне приятно находиться рядом с ней. Интересно, но страшно. Я жуткая трусиха, Ник. Она самокритично качает головой, оставляет системную плату в покое и нацеливает на меня палец. Вот ты! Ты чего больше всего на свете боишься? Мне легко ответить на этот вопрос. Ничего. Да ну! Вид у Ольги торжествующий, словно она поймала меня на вранье. Сервис-операторы не умеют бояться, с легким сожалением говорю я. Правда? Правда. Она молчит, пытаясь осознать услышанное. Только нервный бег пальцев по краю стеллажа выдает ее волнение. «Ник!» — начинает она и останавливается, пытаясь подобрать слова. «А как ты... ну... как ты стал...» Здесь она резко вспыхивает. Щеки, лоб, даже кончики ушей становятся нежно-розовыми. Торопливо и смущенно продолжает. «Я, наверное, лезу не в свое дело. Извини, не отвечай, если не хочешь». Не очень люблю обсуждать эту тему, но открытость Ольги провоцирует на откровенность. Как и все, не хотел умирать молодым. В 56-м ставили эксперименты по реинкарнации, и я записался в группу. Мне повезло. Я сумел полностью сохранить личность и воспоминания. В моей группе из 60 испытуемых таких счастливчиков набралось всего 5. «Что с тобой было?» — хриплым шепотом спрашивает Ольга. «Рак. Неоперабельно». Тогда я еще умел бояться и до дрожи, до ночных кошмаров боялся смерти. Ольга молчит, пытаясь примерить ситуацию на себя, но глаза ее подозрительно влажные. Я уже раскаиваюсь в своей разговорчивости. Жалость не оскорбительна, но она разъединяет, выстраивает стену. Вокруг и так достаточно стен. «Давай закроем тему», — говорю я. Она смущенно кивает. Боюсь, одной этой фразы недостаточно, но я плохо умею убеждать. Пытаюсь вернуть разговор в прежнее русло. «Так вот, Антон...» Ольга рассеянно кивает. «Антон странный. В нем есть что-то темное». Она задумывается, пытаясь облечь смутные сомнения в единственно верные слова. «Антон хороший человек», — дипломатично заверяю ее я. И сам не уверен в своих словах. Я уже не помню, что такое «хороший» и чем он отличается от плохого. Человек — это стихия. Стихия не бывает хорошей или плохой. «Это ты хороший человек, Ник». Я не ошибся. На глазах Ольги слезы. Она порывисто обнимает меня и почти бегом взлетает по лестнице. Тренькнул колокольчик, и вот ее уже нет. Она еще не раз заходила. Сначала вместе с Антоном. Он требовательно рассматривал мои новинки, она бродила по залу, задумчиво изучая пальцами контуры предметов. Часто останавливалась и в восхищении смотрела на огромные настенные часы. Ее затягивал бег бронзовых с прозеленью стрелок. Однажды она даже захотела купить их. Я не продал, хотя отказывать ей было нелегко. Потом ее увлекли кибернетические животные, и Ольга зачастила ко мне. Все началось с неработающей механической собаки, созданной в начале века, которую Антон откопал среди неликвида. Примитивные устройства, даже отдаленно не похожие на собаку, с оторванной лапой в потрескавшемся корпусе, вызвало бурю восторга, в которой я так и не смог понять или разделить.
Я тогда подумал, что все дальше отдаляюсь от людей. Чтобы она не переживала из-за часов, я подарил ей механического уродца. Это положило начало коллекции. Ольга ваяла изуродованных искусственных собак и кошек. Я видел фотографии и один раз даже выбрался посмотреть на ее работу вживую. Очень похоже на оригинал, но понять, зачем нужно копировать такие бессмысленные вещи, я так и не смог. Идиллия закончилась внезапно для всех, кроме меня. Я давно знал, что в этом мире ничто хорошее не длится долго. Продолжение и окончание рассказа Алины Голиковой «Глазами наблюдателя» в следующем выпуске «Модели для сборки».